Очень обидная ничья. Я считаю, что мы доминировали все 90 минут. И функционально очень хорошо выглядели. И очень моментов много было. Пенальти — это дело такое, это лотерея. Здесь упрекнуть тяжело человека, который не забил. Но в начале второго тайма у нас Кунли с 3 метров не забил шикарный момент. Вот это вот обидно. Волгарь — неплохая опытная команда, возрастные футболисты, особенно в центральной линии. И поэтому, когда мы включали скорость, у них не было шансов за нами угнаться. Поэтому это вдвойне обидно, что мы потеряли 2 очка здесь.